Блок-бум! У нас игра типа Дженга, но только такие у нее блочки прикольные. Червячки. С глазками. Так, Алиса мне уговорила снова с ней играть, потому что мама всегда проигрывает в челленджах с Алисой. Ага. Итак, открываем и достаем все, что есть. Ребята, голосуйте. Да. Кто победит? Ой-ой-ой-ой, как громко. Кто победит сегодня в этой бум-бум-бум? И пишите, если голосуете за меня, пишите Алиса, если за маму, мама. Голосуйте за меня, пожалуйста. И за меня. Так, у нас есть кубик. И вот такие вот забавные червячки. Вот такие вот. Путь. Вот, зеленые, например, красные, синие. Классные, да? Да. Супер. Так, давай строй башенку. Я, давай первый слой будет синий. А, да я делаю в разнобой. Так интереснее будет, она так поярче даже может тут выглядеть. Строится она по принципу Дженги, так что ничего такого сверхсложного. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Опять я выиграла. Я первая начинаю и все время проигрываю. Это вот плохо. Так, кидаем кубик. Ну, вот естественно, ребят, ну что мне могло попасться? 6 штук мне вытаскивать. 6! Че ты смеешься? Это сейчас игра очень быстро закончится. Так. Раз. Раз. Осторожно, пауза. Я пытаюсь. Два. У нас игра уже такая. Я дышу, сейчас мама такая. И все. Тебе игра помогла. Ты думаешь? Да. Это считается? Да. Честно? Да. Считается. Друзья, вы судьи. Пишите. Ну тогда 6. 6. 6. Давай, кидай. Мне кажется, Алиса мне сейчас подыграла немножко. 3. Да, я не знаю даже, как вытащить. Беда, беда. Вот тут, смотри, вот эту можешь вытащить. Вот эту? Точно? Ну да. Есть. Ура! Теперь вот отсюда можно, вот эту. Вот эту? Да. Жалко, что батю не можно развернуть. Оп, есть. Не можем. Я Алисе чуть-чуть помогаю. Давай вот эту красную, смотри, тащи прям. Вон я ее тебе. Нет, вот. Это? Да. Еее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 iee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 
Две. Даже меньше, чем у меня. Ну, как бы и вытаскивать-то уже нечего. Так, типа, не шатай стол. Раз. Два. Нет. Вот это вот. Два. На сыграть на стол стоит. У мамы есть шанс, у мамы есть шанс, у мамы. Да, у меня четыре. Ну, Алиска, тут уже как бы особо без вариантов. Давай вот это зеленое, смотри. Давай. Нет, зеленое нет. Вот это давай зеленое. Есть. У нас уже плюсик тут какой-то. Она у нас уже, да, какая-то вся. Ступенечки. Давай вот это красное. Вот это? Нет. Нет. Не точно. А вот. А вот это если красное? На ней как все держится. Вот красное, вот зеленое. А, нет, оно упадет. Ну давай, Лиз, на твою удачу, какую ты хочешь вытащить? Да не знаю. Да вот видишь, в том-то и дело. Они все плотничком. Не знаю, какую вытащить. Ну, тут...
О, я знаю. Вот эту тащи. Да. Еще две. Ну, еще две, да. Это уже прям сложновато. Надо было по одной играть. Без кубика, как в Дженга. Тогда мы бы проиграли, ну, как бы, более длительный период. А сейчас какую не вытащи, они свалятся. Ну, давай. Ну, давай продолжим без кубика. Вот, есть. Я тебе помогла. Спасибо. Ну, еще один. Ага, вот же. У тебя три. Четыре. Нет, было три. У тебя первый раз выпало. И сейчас еще три. Значит, надо еще одну вытащить. Давай, вытаскиваем уже на удачу. Если что, продолжим. Есть! Алиса! Я тебе помогла, конечно. Но башня стоит. Ну, тут как бы уже, собственно, и без вариантов. Сейчас мы... Хоть бы решать один, бабе. Четыре! Ну, мы зато с тобой... Четыре! Мы зато с тобой на равных. Правда? Ну, у меня четыре было. Мама, между прочим, тебе помогла. Две синие краски. Не душите, друзья, и не шевелитесь. Да сейчас они точно упадут. Я не дышу, и не болтать не буду. И болтать не буду. Одна есть. Но мне кажется, это был максимум. Сейчас есть вариант только сверху снимать. Ну, без шансов. Всем пока. И подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Пока-пока. Ставьте лайки.